Ты куда едешь? А вы куда? Я? Я на заслуженный отдых. Я на юг езжу. Люблю юг. Когда в театре выстроили всех мужчин и сказали, кто идет в ополчение добровольно, он вошел один. Уже неприлично же было не выйти. Ну, а у него была язва, с детства была язва. Поэтому вот фотографии, он безумно худой везде. Его сняли с поезда с прободением. И он остался в Москве, а мама уехала в эвакуацию. Ну, это юность моя. Даже больше. Это была война. Я ведь не хотел быть артистом. Это случайно. Это вообще все случайно произошло. Но, очевидно, было задано сверху. Кем-то, как все-все, да, очевидно, задано. Я работал на военном заводе сборщиком. И один молодой человек ходил и подбирал людей. Говорил, кто хочет записаться, кто хочет записаться в театральную студию. Я так подошел к нему, и он стал рассказывать, что есть такая студия Константина Ивановича Воинова. Кто он такой? Я никогда в жизни его не видел, не знал. Сказали, что это, значит, молодой человек, довольно молодой человек. Вот. И что... То есть он был тайной. Вот когда был Папин творческий вечер, его вел Быков Роман Антонович. И он тоже был какое-то время в этой студии. И он очень много говорил о студии тогда. Студия была, ну, на Москве просто явление. Я помню, я вошел в маленькую-маленькую комнату, темно абсолютно. Я понимаю силуэты учеников, что-то похожее на тайную вечерь. Ученики, и в глубине фонарь, то есть свет такой на меня направленный. Вот. И просто тень человека. И оттуда только голос его доносится. В общем, это очень, так сказать, сразу тебя ошарашивает. Банада в лимонном Сингапуре в бурю, когда поет и плачет я. Вы брови черные хмуря. Короче говоря, я был принят. И вот однажды я был в комиссии, и вошел молодой человек в синем свитере, с кепкой. Начинаю мне прямо с кепкой в руке. Фамилия, спросил его Константин Наумович, он сказал Эфрос. Как звать, Толя? Профессия. Где работаете? На заводе. Каком? Авиационном. Кто? Токарь 4-го разряда. Там учились, сейчас фамилии, которые на слуху, очень на слуху, Эфрос, Сегель, такой режиссер Лорд Кипанидзе. Кстати говоря, очень хороший потом телевизионный режиссер Гриша Залкин. Ну, масса была, Никулин, Сережа Микаэлян. Вообще все, что потом было у Ефремова, современники, все было здесь. Только, я думаю, здесь было, ну, во-первых, были моложе все, и была острота, что это совсем новое что-то.
Потому что представить, что это может вылиться в театр, и это было совершенно невозможно. То есть это была некая мечта. И все понимали, что это, наверное, не выйдет. Мало, то есть это было какое-то вот такое... Все кинулись в свою мечту. А вдруг это сбудется? Вообще слово «студийность» – это витало. И еще у него была язва, Константинович. А вот там его тоже был язва. Константин Наумович пришел и сказал, а в Москве в это время все были в театре в эвакуации. И он пришел и сказал, что вот вернулся в театр Моссовета, и он встретил Завадского. И рассказал Завадскому о том, что у него есть студия. И он сказал, если это возможно, вот мы бы с удовольствием как-то при вас, чтобы под вашим, кстати, эгидой были. И тот сказал, очень хорошо. И тогда мы все решили, все равно театр создать, это была наша самая главная задача, что мы пойдем туда, но все равно, когда мы окончим, мы будем в своем театре. То есть мечта была о своем театре. Папа, значит, ребятам сказал, что вот мы сейчас все эту студию-то закончим, бумажки-то получим, и вот тут-то мы начнем организовывать свой театр. Ну и кто-то доложил Завадскому. И он рассердился. И, значит, решил расстаться с Константином Ивановичем. Он собрал всю труппу, сказал, что так не должно быть. Эфрос встал и крикнул, Вахтангов бы так никогда не поступил. Это было невозможно. И он так пошел такими пятнами и сказал, я прошу Эфроса покинуть зал. Студийцы, значит, не виноваты были, они могут оставаться. Несколько человек остались, действительно. Больше группа встала и ушла за своим худруком. А у меня закончилось очень грустно, в общем. Очень грустно, потому что вот, фактически мы расстались, фактически. Потому что, ну, я могу сказать, что я, наверное, поступил нехорошо. В общем, так сказать, я поступил нехорошо. Я ушел, я остался здесь. А папе потом в театре в Ермоловском начал уже и режиссурой заниматься. А потом назначили его главным режиссером в театре в Ногинске. Он 2 года работал. Его мама помогала. И даже мне Гриша Залкин как-то рассказывал, что мы идем с... Они занимались у нас в квартире. И, говорит, мы идем с занятий. И только мрачный такой. Я говорю, ты что? Он говорит, если бы у меня была такая жена, я тоже, может, гениальным был бы. Ты счастливый, Кость. Я? Да. Точно. Счастливый. Уже старше меня гораздо, была ведущая артистка. Я думал, Господи, с какой она семьи, из какой утонченной, из какой-то дворянской. И потом я только узнаю, что она, оказывается, из самой простой семьи. Из ткачих, босиком ходила, чтоб туфли не износить. Потом позвонил Иван Сам Чпырев и сказал, что он приглашает его на переговоры. И вот я на экране увидела фильм «Трое вышли из леса». Я смотрела картину, затаив дыхание, какие-то странные взаимоотношения между партнерами, какая-то драматическая судьба у одного, у другого, какая-то там тайна в них. Я не выдержала и подошла к режиссеру. Стоял огромный такой, высокого роста, обаятельный.
некрасивый. Знаете, вот такое впечатление, что вот как этот клубень, как картошка, да? Вот как картошка, и вот на ней вот нос, глазище почти на выкате какие-то такие большие, такие щеки, подбородок. Ну, в общем, он весь как-то из каких-то бугорков, вернее, даже бугров, большущая, круглая голова такая. И когда я ему что-то захлебываясь говорила, что вот мне понравились все актеры, безумно понравились, у вас как, какой-то свой метод, наверное, работы с актером. Что случилось? Хоть вы скажите. Юля совсем извелась. На разведку пришел. Заячья душа. Да не виновата Юля. Ни в чем не виноват. Можешь спать с ней. Только не попадайся мне больше. Богом прошу. Любовь доказываешь. А какая это к лешему любовь, когда ты про нее такие слова говоришь? Пришел я потому, что у нас с ней свадьба скоро, ясно? Встречаться с тобой не имею желания. Прости. Пойми, ты другую полюбить мог, а я с ней на смерть шел. Мне без нее хоть в петлю. Понял? Случилась беда с ним такая. Влюбился и все. Но ничего не получилось там, так сказать, он не развелся с семьей, и она... Весна, по-моему, такой, знаете, шпарит солнце. И вот они шли, а я ехала в троллейбусе, а они шли по тротуару. Они так были увлечены друг другом. И вот это вот минута, как говорят, мгновение счастья. Что такое любовь? Вот это мгновение счастья. Наконец я построил бы такой дом. Это был простой дом. В нем люди создавали проекты, сочиняли стихи, ели, спали, целовались, выпиливали бы разные хитрые штуки. Но главное, все, что в том доме замыслишь, сбудется. Почему? Такая уж была бы архитектура. А в доме, где все сбивается, ты поселился бы? Нет. Я разыскал в лесу избушку со скамеечкой и постучался бы. Проснулась? Проснулась. А что это за колокол, в который вы звоните? А это мы с Клим Ефремычем утром проверяем, живы мы или нет. Если он мне в ответ звонит, значит, жив. Я приехал с севера в Москву и привез сюда только что законченную повесть, которая называлась «Время летних отпусков». Меня пригласил Пырьев, великий, знаменитый, бесконечно обаятельный человек. Он меня познакомил с Константином Воиновым. Костя Воинов в то время тоже был в кинематографе начинающим, как я в литературе. Это тот был идеал искать новую жизнь, искать будущее. Где-то на новом месте. Я хочу закончить тем, что
что молодые герои фильмов «Время летних отпусков» и «Молодость Зелена», эти юноши и девушки, это они нашли, разведали и нашли ту большую нефть, это они нашли тот большой газ, которым ныне жива Россия. Манадова Ливоном, Сингапуре, когда поет и плачет. Никита Сергеевич Хрущев находился на отдыхе, и к нему в гости приехал президент африканской страны Ганы, которого звали Кваме Нкрума. Как говорят, мне об этом рассказывал именно Константин Наумович Воинов, что переговоры, деловая часть общения очень быстро завершилась, и, в общем-то, им не о чем было разговаривать, нечего было делать. И Никита Сергеевич предложил посмотреть кино. Им принесли список только что вышедших фильмов, и, по-видимому, Хрущев, увидев название «Время летних отпусков», он решил, что это фильм о пляже, о красавицах пляжных, комедия, может быть. Давай-давай, принимай. Отвык бы после работы. Да нет, а Григорий Трофимович схитрил. У нас еще белые муки летают, а он с Черного моря приехал. Да, загорел, отзывы. Купался? Купался. Три раз купался. Очень приятная вода. А я скоро на Кавказ на 2 месяца закачу. А я бы на юг не поехал. Почему? Да потому что там охоты нет никакой. А вместо пляжа им показали захудалый таежный промысел и людей, которые маются на земле, из которой уже выкачали все, что можно. Никита был взбешен, и фильм закрыли. Если бы я был царь, могла бы вообще родиться и произойти такая картина, которую я просто считаю одной из лучших за последние 50 лет, я имею в виду «Женитьба Бальзаминова». Такого уровня комедии у нас вообще больше нету и никогда не было. Лютики, цветочки, у меня... Я должна была сниматься там на скотном дворе, там же были собаки, волкодавы. Ну и вот какая-то военная часть привезла трех огромных, трех огромных. То есть это знаете, это были прямо такие телки огромные, голова как у льва. И, значит, в клетку его туда запихали, там, где куры там были, все, а Витя должен был удрать. Константин Наумович бил колотун. Он что? Вы не понимаете же, какая опасность! Танек! И вот так положил руки и через сетку. Танек, как дела? Я говорю, все, Константин Иванович, все хорошо. Сейчас еще раз сделаем дублик. Не расстраивайтесь, Константин Иванович. Я его уговариваю. И вот на последнем дубле Гоша промахнулся или соскользнула у него нога. Короче говоря, он сползает. А собака уже, вот ее голова у моего плеча. Я не помню, как оказалась у меня курица в руках. Я этой курице стала по морде бить эту собаку. Дверцы открыли, он меня обнял, прижал. Спасибо, Танек. Спасибо, Танечек. Спасибо. Идите отдыхать. Ой, ну такой был трогательный. Вы знаете, вот такая... В этом огромном, как вообще лев, человеке, вот была такая нежная душа. Смешно.
Ты добрый, я сразу поняла. Ой-ой-ой, смотри, я заплачу. Вот сейчас кажется, что он нарочно взял этот материал, что он обратился к Островскому для того, чтобы дать возможность этой плеяде изумительных, ярких, красивых, смешных актеров показать себя так, как они не могли показать себя на каком-то другом бытовом, социальном материале. Всегда создавал праздник на съемочной площадке. И вот это апогея достиг он вот в фильме вот в этом, который нам всем очень-очень дорог. Мы после этого фильма, у кого были какие-то, ну, может быть, ну, бывают всякие взаимоотношения, жизнь сложна, актерская, какие-то были, там царила взаимовыручка, искренность и, я бы даже сказала, любовь. В какой-то момент мы просто любили друг друга. Мы друг к другу ходили на съемочную площадку смотреть, кто как работает. Нам доставляло это удовольствие. Давай, как договорились, да? Уж если я что, Лукьян Лукьянович, обещался. Ладно, ладно, рассказывайте, знаем вас. Так вот, Бальзаминов! Вам нужно башмачником нарядиться. Зачем же это? Обязательно надо башмачником, иначе никак нельзя. Я с ним договорился. Иначе как вы к ним в дом войдете? А так, вы позвоните у ворот, вам отворят, расскажите, я был башмачник, пришел барышням мерки снимать. Вот, а там уже все знают. Вас сейчас же к барышням и отведут. А что же с потом? Что потом, вы влюблены или нет? Влюблен. Надо же вам когда-нибудь открыться. Кстати, письмо передадите. Моей дадите вот это письмо. Своей признайтесь в любви. Скажите, что хотите ее увезти. Встаньте на колени, досмотрите, не перепутайте. Моя старшая, ваша младшая, моя Анфиса, ваша Раиса. Да, правильно. Быков сказал, Воинов единственный человек, у которого я буду сниматься, на что бы он меня ни позвал. Потому что он единственный режиссер, который ведет актера по роли. Больше у нас таких нету. Константин Наумович был гурман. Мы все 13 актрис собирались за стол. Все приносили каждое приготовленное блюдо. Неужели 10 часов? Да, 10 часов. Да не нервничайте вы так. Поберегите себя. Он по телевизору передавали все болезни от нервов. Может, у него какое хобби? Вот он и задержался. Что? Хобби. Теперь занятие такое вместо работы. А хобби? У моего мужа нет никакого хобби. Это не может быть. У всякого мужчины есть. Но лучше, если явное. А то бывает тайное. Вот по телевизору показывали один фильм. Такой мужчина симпатичный был, этой старинной жизни. Жену любил, детей, а хобби было к цыганам ездить. А еще хобби было тайну женщину легкого поведения содержать. О, сомневаюсь, чтобы современный мужчина мог тайно кого-нибудь содержать. Константин Наумович, мы стучали в номер и говорили, Константин Наумович, кушать подано. Он приходил, садился во главе стола, начинался, значит, этот обильный ужин у нас со всеми яствами,
Вот он с удовольствием, с таким смаком, он всегда ел это, что просто смотреть было на это, большое удовольствие. «Дядюшкин сон» – это была попытка повторить успех женитьбы Бальзаминова, а всякое повторение успеха обычно не приносит. Вот. К последующим фильмам, к «Даче», значит, «Шапке» я отношусь без восторга. Без восторга. Пойду поищу этого дурачка. Ведь его любовь даже спасла от страшнейшей болезни. Хирург говорил о том, что надо Константину Наумовичу срочно делать операцию. Это один единственный был хирург, который мог спасти его только за счет операции. А он очень боялся делать операцию, не соглашался. Он сказал, ну раз я так болен, то пусть все естественным путем и кончится. И ей устроила одна актриса болгарская встречу с Вангой. И та сказала, пусть он не боится, а делает операцию. И назвала имя Андрей, по-моему, звали этого, Андрей Иванович, по-моему, хирурга звали. Она сказала, пусть делает операцию. И Лидия Николаевна приехала и приложила все свои силы, вложила в то, что он сделал операцию, ему сделали. И он прожил еще, по-моему, 20 лет. Когда в новые времена 90-х ему, предположим, зарплату не платили и на студии ничего не снимали, и он безумно горевал по этому поводу, потому что квартира вот против студии прямо. И он приходил на студию и видел эту траву, которая лезет из всех щелей, и производственный корпус, по которому никто не ходит, он очень горевал по этому поводу. Очень горевал. Однажды я ему сказал что-то, Березовский, он как заорет, как завопит, как мерзавец, негодяй. Я говорю, а что такая истерика-то, Константин Наумович? А я все вложил в благо вас, и говорит, ты все потерял. Вот и все. Все деньги, которые у него были, он поверил Березовскому, отнес. Ну, а что это, не авантюризм? Странная была жизнь. Непонятное что-то происходило. И вот, вероятно, ему, как творческому человеку с такой трепетной душой, он, наверное, попал вот в это. Вот он и Рудина стал снимать в это время. Да, потом... Потом это, ну, от того, что он любил очень и желал встречи с нами, он придумал этот спектакль «Суды на брак». Господа, маленький фуршетик. Я одна из всех не подошла. Все бросились, его целовали, обнимали. Фальшивили, мне тоже не понравилась картина. Причем я была еще в таком страшном состоянии. Он меня заставил даже сделать операцию после смерти мужа. Я вообще превратилась в печеное яблоко. Ну, то есть лица не было. И однажды он мне даже крикнул на съемочной площадке. Один единственный раз, вот вы мне напомнили это, он сказал,
Саня! Что с вами? Он забыл. Потому что он был поглощен картиной, так сказать, материалом, а не моими страданиями там внутри. А он меня заставил. Говорит, нет, вы будете играть эту роль, но вам надо... Вы сделайте, пожалуйста. Я вас прошу. Приведите личико в порядок, сказал он. И когда кончилась съемка, он подошел ко мне, поцеловал меня и говорит, Танек, ну простите меня, пожалуйста, простите. И как ребенок, знаете, вот, ну простите, маму просит, ну простите меня, пожалуйста. Мы когда-то и вы высоко. Ваша хозяйка сосетарилась с вами. Он же сказал однажды фразу в больнице незадолго до смерти. Какой же я дурак, зачем я занимался режиссурой? Такая тяжелая работа, неблагодарная. О, то ли дело актер. Вышел, сделал свою мизансцену и порядок. Мы сидим как-то с Константином Наумовичем в кафе, в этом, на Мосфильме. Я смотрю на него, смотрю на его лицо, на лепку, на этот нос. Лицо такое с хорошей, благородной закваской. Но это не отрицательное обаяние. Это вообще... отрицательная внешность без всякого обаяния. Я ему говорю, Константин Наумович, на вас надо писать сценарий. Он говорит, да. Я говорю, главную роль. Ну, а почему вы обратились именно ко мне? Я вас знаю. Вы партизан. Точно. Известно, что вы без шанса не играете. С вами всегда можно войти в долю. Мне последнее время не везет. Считать стал хуже. Вон внучка. Правда, она скоро уедет. Тем более. Я не сказал вам самого главного. Он играет только своими колодами, которые держит у себя в особняке. Карты фирменные. Привозит с собой. Мы давно этим занимаемся. У нас в его обслуге есть свой человек. Ну и что? Можно попробовать взять его колоды ненадолго. Ага. Но учтите, любая коцка исключается. Он считает рубашку со второй сдачи. Мне нужны карты. На одну ночь. Значит, вы согласны? Человеку можно все простить, если он талантлив. Вот все можно простить. То же самое и с Воиновым. Талантливый человек, мне необходимый. Наверное, во мне в самом есть какая-то истерика изначально. При хорошем, что, безусловно, есть во мне, как и во всяком человеке, наверное, во мне есть и плохое, то, что мне в этих людях дорого, которых играл Воинов. Потому что за этим плохим всегда стоит хорошее. И за этим злом всегда стоит добро. И они вместе перемешаны, и они Воинами перемешаны. И разделить это нельзя. Я принесла Лидии Николаевне Смирновой сценарий «Приюта комедиантов театр». Но я тогда еще не знала, что она не принимает никогда решений, не посоветовавшись с Воиновым. Через 2 дня я позвонила Лидии Николаевне. Она говорит, звони Воинову, он ждет твоего звонка. Я позвонила, и Константин Наумович мне сказал, приезжай. У Константина Наумовича, конечно же, была своя, идея. Смирнова как бы была изначально утверждена. Если бы был другой режиссер, то он никогда бы не взял Воинова. А они хотели сыграть «Лебединую песню».
Мать моя рыбонька, княжна Мэри. Я чувствую, что-то не так в моих руках. Моя беда. Девочки, я много повидал в своей жизни. На берегу. Но этот образ запечатлится в сердце. Ну и так. Легкий ужин для дамы, шампанское. А мне пивка и водочки. Хорошо. Давай. А почему вы ничего не говорите про мою шляпу? Ну, прямо английская королева. Вы знаете, вот, как говорится, что-то кончилось. У Хемингуэя есть такая новеллочка. Что-то кончилось. Кстати, в приюте комедиантов что приходилось делать? Иногда приходилось просто подворовывать. Не буду я танцевать! Не буду я танцевать! Что за бред? Я убежал только что, поскандалил, и я танцую. Я говорю, вы выпили, выпили и танцуете. Значит. И он очень расслабленно, значит, великолепно танцует на набережной там и все. Потом... Значит, Лидия Николаевна в одном интервью, когда он уже умер, она, значит, с печалью сказала, что режиссер был такой жестокий, что смертельно больного человека заставлял танцевать. Ну, ребята, тогда в кино не снимайтесь. Понимаете? Вы хотели «Лебединую песнь»? Театральный актер считает за счастье умереть на сцене. Вот, так что танцуйте, играйте, делайте все, что угодно, если бы уж согласились. Это осень, уже ноябрь, холодно, и с водой там проблемы, все. И он заболел. Ну, то есть мало того, что он много лет уже болел, а тут все обострилось. И поднялась температура под 40. И врач, которая пришла в номер, она сказала, то есть она, во-первых, запретила категорически сниматься, и сказала, срочно везите его в Москву. Я боюсь, что вы даже еще и не довезете его. Он говорит, нет, я останусь. Я Саше дал слово, это мне-то. И я снимусь. Наконец я построил бы такой дом. Это был простой дом. В нем люди создавали проекты, сочиняли стихи, ели, спали, целовались. Но главное, все, что в том доме замыслишь, сбудется. Чувством благодарности всегда подхожу к могилке, к его разговариваю с Константином Наумовичем. Я говорю, Константин Наумович, я пришла. Танек, ваш Танек пришел.